города, столица нашей родины Москва. Ну и так далее, со всеми вытекающими и втекающими в него последствиями. Уже втекающими. Название групп они объявят, когда будут выходить. Вы их, многих из них знаете, я думаю. А мы откроем этот концерт, чтобы создать у вас настроение и подготовить вас к прослушиванию интересной музыки. Там что-то закрепили взрывное устройство, похоже, на стене. Чтобы все могли следить за выборами, блядь. Это чтобы мы быстрее начали играть. Если остановимся, она не поймет. Я не знаю.
кстати. А теперь давайте попоем все вместе. Давайте. Песню вы знаете? А какую? Старинная американская песня. Про негра. Про негра. Про негра. Который сбежал с плантации и плывет в свой родной город Нью-Орлеан. Мурал. По реке Миссисипи. На большом пароходе. Негра бьют. Для саратовского сообщества велобайкеров, представитель которого здесь сегодня присутствует, а называется «Мой байк». Серега, покажись на свет! Не, ну... Покажи. Серега, сегодня будет слушать первый раз. Первый раз будет слушать. Я сейчас выехал и сказал... Здесь бы устроил дефилирование, показательное выступление. Yeah.
Ну и песня автобиографическая про бухло. Yeah.
Наше выступление мы споем свою одну из самых старых песен. Ну почти медляк. Можно придержать нас. Аплодисменты. Демотиваторы. Мы открыли сегодняшний концерт, а сейчас вас ждет выступление замечательной группы из города Москва.
Просто Ку. Просто Ку. Просто Ку. Потом группа Кукиш, группа Потертые Чемоданы, и в завершении вечера выйдет группа Нитро. Готовьтесь! Стас. Пойте, пляшите, веселитесь. Вон туда, закинь куда-нибудь. Это встречный концерт.